Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова Монг, и у нас новая игрушка Days Gone, или по-русски «Жизнь после». Давайте приступим, посмотрим, как покажет себя игра. Так, начнем новую игру. У нее жар. Нож, похоже, задел почку. Рана загноилась. Как дела, сестренка? Как глупо это все. Ребенок это. Был маленький ребенок. С большим ножом. Эй, помоги мне. Давай. Давай. Надо скорее отсюда валить. Нам нужно на крышу. Посигналь какому-нибудь вертолету. Эй, стойте, стойте, она ранена. Что с ней? Она не... Короче, она не как эти, ножом промывает. Я больше не подниму. Ладно, слушай, О'Брайен, если ее не доставить в больницу, она умрет. Но больниц больше нет. Ой, да ладно, как это нет? У вас же врачи, приемные, мобильный госпиталь. Да я только что окончил колледж, я волонтер, меня тут и быть не должно. О'Брайен! Ладно, черт. У меня место еще только на двоих. Как это на двоих? У нас перегруз, ясно? Я могу взять двоих. Ну ладно. Давай, помоги мне. Ну ладно. Потерпи. Ты поправишься. Я держу. Эй, я вернусь за тобой. Так, Бухарь. Пошли, нам надо вертолёт. Стой. Нам надо вертолёт. Я его слышал. У него-то место на двоих. Иди. Будь с ней. Я справлюсь. С нами ведь и похуже бывало. Так. Да уж, бывало. Куда вы летите? Что? Куда летите? Лагерь беженцев на запад от трехпалого Джека. Послушай, Бухарь без меня точно пропадет. Потом вернешь. Ты с нами? Ничего, догоним. Так, стоп, мотор выруби. Черт, она жива. Альварес. Альварес. Эй, Альварес. Что случилось? Скажи, кто это был? Упокоители? Леон. Это был...
Погнали, погнали. Да чтоб тебя. У него есть патроны. Вижу, но вряд ли много. Ты меня носит конкретно. Ох ты! Да ёкарный бабай, куда я поехал, блин? Что такое, блин? Где они, блин? Да что, черт тебя дери, что за хрень? Погнали. Вряд ли много. Говорят, с патронами здесь проблемосы. Да, ребята, я записываю на дистанционное воспроизведение программу от Sony. Поэтому, может быть, графон замыленный. У меня нет, к сожалению, пока что карты захвата. Уж больно они дорого стоят. Попал. Так, он бросил байк. Прикрой меня, сейчас будет. Туда пошел. Бля, я не пойму ни хрена. Так, поиск следов. Чтобы задействовать взгляд следопыта, нажмите R3. Куда он делся? Тут ничего нет, кроме фриков. Может, я ошибся? Может, он не с Коуплендом спелся? Нет. Леон давно толкает краденое Коупленду. Вот оно и аукнулось. Пошли, пошли, бухарь. Эй, эй, стой, стой. Погоди-ка. Так, поиск... Тара-та-та-та-та-та. Черт. Ладно, ща глянем. Ща глянем. Стоп, стоп, вот. Пошли сюда. Следы свежие. Туда побежал гад. Нафига он? Слушай, ты где вообще научился следы-то читать? Мы с отцом ходили охотиться на вопите, когда я был мелкий.
Часами выслеживали. Нафига он эту женщину убил? Сволочь. Лагерь какой-то. Опа! Ложись! Черт! Ах ты! Погнали! Ты живой там? Гад! Да, да. Живой, живой. Этот придурок целиться не умеет. Сукин сын. Да нормально все. Он направляется вниз, водопадом. Он потерял много крови. Далеко не уйдет. Вот он, гад. Обыщи его. Истечь кровью? Да уж, это жуткая смерть. Медленная, мучительная. Но тебе ли об этом не знать, да, Лёшка? Она еще дышала, когда мы ее нашли. Не хватало еще тратить на нее патроны. Не-не, притормози, притормози. Где тайник? Леон, скажи. И тогда обещаю не пожалеть для тебя пулю. Хотя тебе и так недолго мучиться. Видишь ли, тут небольшая проблемка. Они чуют запах крови. Прямо аж оттуда. Интересно, каково это, а? Рвут на части. Жрут заживо. Скоро он это узнает. Пошел ты. Прощай, Леон. Нет, стойте. Ладно, ладно, не надо. Я все отдам. Берите. Где? На кладбище. На старом кладбище. Спасибо. Ты обещал! Давай. Не бросай меня тут подыхать. Давай. Давай. Лживая ты паскуда. Давай. Такер захочет доказательств. Ты поступил правильно. Жестко. Нельзя бросать людей на съедение фриков. Даже таких гнид, как Леон. Ну да, так бы его разорвали. На куски, наверное. Не наверное, а точно. Подожди. Я хочу пошариться в этом лагере. Может, найду чем забинтовать. Вот это верное решение. Ладно. Так. Вон еще что-то лежит. Угу. Так, так. Создаем бинт. Пойдет. Ну вот, да, и подлечимся. Ну, вроде ампутация мне в ближайшее время не грозит. Так, ничего там больше нету. Вроде ничего нету. Ничего не вижу, ничего не вижу. Ладно, пойдем. Бежали, бухарь. Я думал, мы сегодня пойдем на охоту, принесем что-нибудь, Такер. Какая охота? Дождь хлещет. Ну слушай, нам нужны кредиты. Надо набрать припасов. Ладно, но только чтоб не шарахаться всю ночь. Ну да, ночью-то, наверное, не стоит шарахаться. Ох, блин. Сейчас что-нибудь сдерем с его байка. Нет, мать твоя. Ах ты, сволочь. Если ты не обоссался, значит бензобак. Бензонасос. Сука, Леон прострелил мне бензонасос. Глянь, есть чего взять с его байка? Не, хлам. Короче, давай вернемся на гору Улири. Там заночуем, найдем насос и вернемся сюда.
Нет. У меня идея получше. Насос поищем прямо тут. Чего? Ну. Автозапчасти Крейзи вылез. Туда и поедем. О, нет. Все равно мы вылезли за припасами. Чего бы там не посмотреть. Ну что, ладно. Поехали, эй, поищем. Что там Леон тебя сучил? Ну, это вроде как карта. Как заберем мой байк, надо съездить на кладбище, поглядеть там. А-а-а. Ну, хорошо. Да, надо будет обязательно поглядеть, что там. Завтра берем препараты, отвозим к Докер, получаем награду за Леона, а там пора на север двигать. А ты думаешь, на севере лучше? Неважно. Все равно будет лучше, если мы отсюда свалим. Везде хорошо там, где нас нет. Погоди, там впереди не проехать. Осторожно. Я такое уже видел пару дней назад. Грузовик поперек дороги. Упокоители поставили. Помоги-ка сдвинуть. Так. Понятно. Готов? Ага. Готов. Толкай! Убить урода! Опа! Нифига! Они думают, что против нас! Дожмем их! Они уже травы! Мужики, вы чё? Так, чтобы атаковать противника в ближнем бою, нажмите R2. На! Готов? Иди сюда! Вот так вот! Тварь, блин! Да ладно! Мы почти на месте! А чё с них взять? Ничего нельзя? А? Чё-то ничего нету. Не выпадает ничего. И обшаривать нельзя. Не обшариваются. Странно. Так и задумано. Может, у них просто ничего не было? Нищеброды. Да, конечно. А, мы подъезжаем к старому блокпосту Неро. Уже почти. Без карты захвата, конечно, беспонтово это все дело. Черт, это серьезно. Дай-ка дробовик, я пойду вперед. Так, да уж, не слабо они здесь окопались. Ну и много им это дало. По мне так лучше в гробу лежать вместе с первопроходцем. Ну, ну да. Но ты глянь, а. Какие же все-таки тупорылые. Ну о чем думаешь? Может, что есть? Мистер генерал, можно мы тут посидим, пока не придет Орда и не сожрет нас потрохами? Хреново подыхать в такой душегубке. Тряпку подобрали. Здесь что? Еще тряпка. Тут ничего нету. Ты дробаш-то возьми в руки, а то что-то стрёмно здесь как-то идти в этом тоннельчике. Что, чуешь? Ах ты. Вон там. Поехали отсюда. Погоди, сколько у тебя молотовых осталось? Слушай, давай на обратном пути. Не. Чёрта с два. Твою мать, да ты их приманиваешь. Ну вот, пожалуйста.
Ну вот, пожалуйста. На, блин. Вот так. На еще. Эй, дик, стой, братан. Он уже сдох. Ты мне дробовик сломаешь. А, точно. Опять туда намылился. What the fuck? Об этом лагере бежит. Так, чтобы перезарядить оружие, нажмите квадрат. Сразу находит. Что находит? Ты не виноват в ее смерти. Заткнись. Если бы ты сел под вертолет, ты бы погиб вместе с ней. Только и всего. Я сказал, заткнись. А нифига-то тетка померла, что ли, которую в вертолет они засунули? Офигеть. Пойди же спать. Быстрее! Давай, 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 вырубай эту хрень к чертовой бабушке. Хорошо. Ну, молчать! Фу. Вот стрёмно-то, а. А ну, молчать. Вот именно что, ну, молчать. Дробовик достань. Какого фига ты его... прячешь. Так, тут ничего нету. Вроде нет ничего. Да блин, возьми ты его в руки, елки-палки. Здесь на байке не проехать. Иди в служебный тоннель. Может, получится расчистить дорогу с той стороны. Ладно, только свети тогда в эту сторону. Пригодится. О, патроны. Ништяк. Ладно. Заряжай. Есть. Отлично. Что-то стрёмно тут, блин, в тоннеле в этом. Так, тряпка, стерилизатор какой-то подобрал. Аптечку, может, надо сделать. Что у нас там по жизни? 100% вроде. Да достань ты дробовик, ёкарный бабай. Господи! Опа! Ты чё, падла? Нет, нет, нет! Да... Как так? Я же жал квадрат, ёртки-палки. Скотина, блин. Сожрал. В шею гад вонзился. Иди в служебный тоннель. Может, получится расчистить дорогу с той стороны. Ладно. Иди тогда в эту сторону. Будем на чеку. Ага. Я, главное, дробовик хотел это, чтобы шмальнуть в него. А он нифига дробовик не взял. Ну, то есть это так и задумано, походу. Можно что-нибудь смастерить? Можно, можно. Давай смастерим опять. Грёбаную аптечку. Ты падла, блин, фрик грёбаный. А если... стороной пойти. Пошел вон. Давай добивай его. Это мне нужно. Фу. Че он там? Ухо фрика взял. Это мне, говорит, нужно. Вроде как это валюта местная. Уши ихние. Что такое? Ничего нету больше. Он что-то типа тут жил, что ли, и одичал, и только сейчас вырвался. Как-то странно. Не находите? Все-все, хорош толкать. А черт. Мать твою! Ну, извини, я не нарочно. Есть. Да стрельну, нет?
где тачка-то, которая сигналит? Сука. Давай быстрее. Быстрее. О, вон там еще гады. Так, ладно. Отдай ухо, гад. А ты мне ухо отдал свое? Ну-ка, а что вон там? Ага, тут у нас проход. Пойдем. Так, здесь ничего нету. Что-то есть тут, о. Лут он всегда пригодится. Ё-моё, чувак висит. Чувачело висит. Иди сюда, мразь. А, он от света прячется. На! Заряжай, заряжай! Ну, слава богу. Ай! Тот скотина! Пошел вон! Че там нету больше никого? Вроде нету. Уши отдайте. Так, там мы еще не осмотрели, ничего нету. Они вон же что-то лежит, елки-палки. Свет какой-то дурацкий. Из этого фонаря нифига не видать. Хотя без него тоже хреново. Интересно. В машине, в полицейской ничего нет. О. А то мимо прошли бы. Патроны. Патроны нам пригодятся. Очень даже. Почему ты дробовик все время за спину прячешь, а? Блин, максимально. Эх, жалко. Почему нельзя про запас взять? Я хочу про запас. Еще гнездо. Да. Погоди, дай я туда схожу. Сколько там молотовых осталось? О, ты последний взорвал. Есть из чего новых набодяжить? Да, есть. Набодяжить. Давай набодяжим. Прям по-нашему. Есть из чего набодяжить там, а? Так. Я сейчас, быстро. Так. Так. Вот так. Вот так. Так, так и вот так. Ну-ка. Опа. Готов? Вот они. Теперь приготовимся. Пошел вон. Давай, погнали. Все. Да, сейчас, секунду. Ухо, ухо отдай. Опа. Ухи, ухи. Ладно, там больше ничего нет. Садимся на моцик. К четкому пацанчику, бухарю. Погнали. Я подумал насчет того, что ты сказал. Про север. Я к тому, что тебе надо уехать отсюда. Привести мысли в порядок. Давай утром заберем награду и поедем тогда. Ну вот, братан, другой разговор. Ну да-да. Другой базар, братан. Ты хотел фрик-шоу? Черт. Прямо киша. Ты что задумал? Походу мысль хреновая. Ты просто
Гони прямо насквозь. Собери себе на хвост, сколько сможешь. А я, типа, потихонечку зайду следом, найду гараж. Черт. Быстренько откопаю там бензонасос, ты меня подхватишь, и мы валим. Еще подстрелить успею парочку. Ты точно на тот свет хочешь? Я же сказал, не сегодня. Налетай, гады вонючие! Веселый план. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте мы прервемся, и бензонасос мы уже раздобудем в следующей серии. А вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Монг. Всем пока-пока и удачи!